У нас есть новый щенок. Смотрите, вот, ребята. Вот, у нас щенок новый. Да, да, да. Кстати, смотрите, щенята пришли на очередную миссию. Привет, щенки. Спасибо, что прибыли так быстро. Фейерверк мэра Хамдингера стал бедствием. От его искр в городе начались небольшие пожары. Нельзя дать им разгореться. Отряд щенков к делу готов. Да, как всегда, ребята, отличненько. Ух, какие они крутые. Ну что, ребята, смотрите, вот они отправились на новое задание. И погнали, Егорка. Смотри. Да, первое задание это крепеж. Да, крепышом ты начал управлять. Так, смотри, сейчас играй осторожно. Мало ли, может, где-то сейчас может быть какой-то пожар. Бежим дальше, Егорка, бежим. Отлично, прыжками у нас все отличненько, все работает. Да ладно, неужели мы уже так быстро прибежали? Егорка, не забывай, кстати, собирать вкусняшки. В прошлых сериях, ребята, я вам напомню... Да-да, мы собираем все вкусняшки. Ребята, я напомню, что в предыдущих сериях игр «Щенячий патруль», если мы собирали все, там были медали, то мы получали в конце призовую, открывали картинку. Интересно, что будет в этой серии игр от «Щенячьего патруля»? Ну что, давайте проверим. Егорка, не забывай собирать вкусняшки. Смотрите, какие-то новые появились вкусняшки. Там какие-то вместо косточек, как какие-то, я не знаю, прянички, да? Кругленькие. Как ты думаешь, что это такое? Это печеньки, да, Синак? А, точно, ребят. Это ж печеньки с лапами. Смотрите, с лапой от «Щенячьего патруля». Вот это здорово. О, нет, нам нужно все... Ребята, мы сейчас пойдем перед дорогой, еще машина останется. Точно, точно, Егорка, нужно перейти через дорогу. Мы перешли. Так, и что дальше? Так, ух ты, какой, смотрите, трафик на дороге. Осторожно, Егорка, на дорогу не выбегай, чтоб нас машина не задавила. Так, что у нас впереди? У тебя отлично получается. Так. Еще бы, мы прыгаем тут на раз-два. Смотрите, как мы собираем все вкусняшки. Бежим дальше. Егорка, не выбегай на дорогу, осторожно, а то нас машины могут отбить. Ребята, что-то я прыгаю не сюда, папа, не голова. А давай переключимся на маршала, давай. Не хочу. Ты хочешь крепешом? Да, он сейчас будет... Ну, хорошо. А ты заметил, смотри, какие-то веревки натянуты. Что это такое? Я не понимаю. Значит, туда нельзя. Нельзя идти? Да. А, ну возможно, ну как-то странно, посредине тротуара веревки натянуты. Ладушки, давайте бежать дальше. И смотрите, мы бежим по какой-то улице. Вот, и скорее всего к чему-то мы, наверное, уже приближаемся. Наверное, какие-то будут дальше пожары от салюта, который был неудачно запущен. И наша миссия предотвратить распространение этих пожаров от салютов, чтобы наш город, наш любимый город, не сгорел. Да. Ну что, Егорка? Новый. Да, конечно. Он так, смотрите, строители какие-то что-то строят. Подходи, нажимай Y. Ой, нет. Не-не-не-не-не, давай нам обратно крепыша. Верни крепыша, вот он. И нажимай Y, давай. Так, он что сейчас, наверное, будет делать? Ну-ка. Вау, у него крутятский бур, ребята, вот это я понимаю. Ну что, начинаем. И давай, нажимай. Так, давай, вот эту кнопочку нажимай. Нажимай, быстро, вот так, давай я тебе помогу. Ух ты, отличненько. Нажимаю много раз, Егорка, давай, много раз. Вот так, отличненько. Смотрите, мы почти уже себе проложили путь через эти камешки. Отлично, Егорчик. Ну Погнали. Что? Давай, бежим дальше через дорогу. Погнали. Окей, come on. Отважным щенкам все по зубам. Это точно. Они у нас молодчаги. У нас все отлично получается. И мы, смотрите, аккуратненько переходим через дорогу. Ну что, а где же вот эти пожары, которые говорили? Почему-то мы бежим по городу, а пожаров-то нет. Егор, в чем дело? Где они? Они конец города. В конце города? Да. Ну давайте проверим. На море. На море? А тут да, разве где-то море рядом да, есть? Да, есть. Только чуть-чуть. Дальше, да? Да, дальше. Где-то чуть-чуть. Там в бухте приключения. Ну что, давайте дальше смотреть, что у нас там впереди. Аккуратно переходим через дорогу. Да быстрее, пока машины нас не переехали. Фу. Собери столько вкусняшек, сколько сможешь. Да, Райдер, мы стараемся. А мой он, блин, 609 тысяч. 600. А, да, нам нужно было собрать максимум 600 вкусняшек. Но пока мы собрали только 368. Блин! Ух ты, вот это батут. Прикольно. Перепрыгивай, отличненько. Мася. Значок. Давай,
повезло. Отлично. Значок найден. Смотрите, ребята, у нас в этом раунде всего 3 значка нужно найти. Не как 5 в прошлый раз, а 3. Если мы найдем 3, интересно, что будет? Пока нам еще никто ничего не говорил по этому поводу, но мы обязательно это проверим. Так. Первый значок есть. Закрой это. Давай внутрь прыгнем. Вот так, печенюшку забрали. Или пряник, я не знаю. Это пряник. Так это, ты же говорил, это печенька. Да, печенька. Печенька-пряник, хорошо. Пускай это у нас будет печенька-пряник. Не, печенька. Перепрыгивай, давай, время не ждет. Собираем по-быстренькому вот эти все вкусняшечки. Вот, и бежим дальше. О, смотри, какой-то похоже на этот ничего. Ой, смотрите, завалился забор. Маршал, давай на маршала переключай. Вот, маршал, становись. Так, вот сюда, Егорчик, давай. И нам нужно что-то здесь сделать. Ого! Ты видел? Да ты видел, какие у него топоры повылазили? Вот это топорище! Вот смотрите, что он делает! Вот это да! Слушай, я такого еще не видел. Классные инструменты. Егорка, тебе нравятся его новые, смотрите, инструменты? Шикарно! Смотри, как он... Он просто на раз-два справляется с этим забором. Отлично, справились, ребятки, и бежим дальше. Егорчик, отлично, ты прорубил, скажем так, окно в следующий двор. Так, невероятно, мы справились, и давай подниматься дальше сюда вверх. Так. Ого, тут полный хаос. Надо прыгать, чтобы двигаться дальше. Ага, смотри, мы бежим по этим ящикам. Маша, гибес. Слушай, этот говорит райдер, что нам нужно быть осторожнее. Что-то впереди нас ждет. Давай, бежим прямо. Давай. Опа. Так, давай, прыжок на следующий. И вот так, отлично. О, значок. Отлично. Ребята, осталось еще найти последний значок. И наверняка что-то, наверное, да будет. 4 нужно, 4. Последнее, это большая. Ну что, погнали дальше. А как нам прилети? Перепрыгивай. А что, не перепрыгивает? Нет. А, ладно. А, вот, смотри, нам сюда нужно бежать. Дальше по дворику бежим. И собираем, конечно же, наши вкусняшки. Но мне вот интересно, а где же сам пожар? Не знаю. Я думал, будет весь город в огне. Ну тут пока тихо. Наверное, мы бежим к самому очагу возгорания, именно к тому месту, где запускался сам салют, да, Егорка? Нет, где там люди гулять не снимаются. Да, они там, наверное, запускали салют, что-то не пошло не по плану. Салют, наверное, упал, и из-за этого произошел, наверное, какой-то пожар. Так, у тебя отлично получается, бежим прямо, давай. Вали. Так, отлично. Егорка, ты собрал уже 540 вкусняшек. Это замечательный результат на самом деле. Я тебе предлагаю бежать дальше, потому что у нас время на исходе. Если весь год горит. Да, он может разгореться, пока мы будем собирать все вкусняшки. Но там может произойти крупный пожар, если мы не прибежим быстро и не начнем его тушить. Третье. Смотрите, ребятки, мы нашли третий значок. Последний! Давай пятюню. Последний! Нет, это означает, что мы все их собрали. Нет, а золотой у нас повинилось. Ну, не знаю, но скорее... А золотой наш последний. Ты думаешь, это последний? Да. А мне кажется, это означает, что мы собрали все три значка. А наверное... О! О, бежи сразу туда. Там какая-то машина, смотри, это маршал. Точно, точняк. Ребята, давайте смотреть, что будет дальше. Маршал, нажимай на Y. Егор, так. Вау. Что же сейчас произойдет? Мы тебя будем стрелять. Наводи и нажимай А. Стреляй. Еще. Потушил. Наводи на следующий пожар. Потушил. Отличная работа, Егорка. Так, есть. Следующий, третий, последний. Давай его потушим, чтобы дом не сгорел, в конце концов же, да? Отлично, ты справился. Да, давай пятюню. Ребята, мы справились с этой миссией. Егор, ты рад? Да. Отлично, давай пятюню. Здорово, ребятки. О, привет! Вы на канале Игрозавр, и сегодня мы продолжаем играть в игру «Щенячий патруль». Чечетый час! Смотрите, вот наши щенки пришли на очередное задание, и мы сейчас внимательно послушаем... Спасибо, что поспешили. ...райдера. Так. У нас очередной экстренный вызов. Сильный ливень вызвал большие проблемы. О нет, смотрите, какой это был ливень. Все уличное движение остановилось, кажется, из-за какой-то аварии.
Ага, я вижу, там серьезная ситуация. Да, ребятки, смотрите, это же Либерти вместе с Гонщиком. Да, я видел, вообще крутяк. Скорее, Либерти, найди быстрейший маршрут для движения вперед. Хорошо, принял, отлично. Спасибо, Егор, за помощь. Я еще не научился их переключать до конца. Так, ага, здесь вкусняшки. Отлично. Сейчас чуть-чуть поиграет папа. Так, играем за Либерти. Ребята, никогда не играл за Либерти. Так, и не забываем собирать наши супер вкусные косточки. Так, ну смотрите, здесь пока все тихо. Тут как будто дождя-то и не было, да, Егорка? Ты видишь какие-то лужи? Да. Нет. Я не вижу, вот это странно. Опа, первый значок нашли. Замечательно. Так, так быстро, не может быть. Да, а давайте здесь посмотрим. Может быть, мы что-то здесь пропустили? Нет. А, туда мы не можем пройти, там строители, ребята. Чтобы мы, скажем так, им не мешали, мы бежим дальше. И, скорее всего... Ой, машина, тихо, чуть под машины не попали. Я уж думал, сейчас собьют. Так, райдер нас похвалил, сказал так держать. Отлично, мы собираемся вкусняшки, косточки. Так, и здесь нам нужно вот так вот перебраться, перепрыгнуть. Слушай, я хочу гонщика включить. Обожайте. Смотри, что он делает? Смотри, что-то заглючило немножко нашего гонщика, ну ладно. Так, гонщик, ты где? Давай, я хочу за тебя чуть-чуть поиграть. А где бы я? Ты хочешь поиграть, Егорка, держи, теперь твоя очередь, давай. Продолжаем нашу миссию по спасению. А где Либерти? Она тебя вон, да, догоняет, бежит за тобой. Давай, бежим быстрее изо всех сил. Долго на вкусняшках не задерживаемся, потому что... Будем быстро бегать. Да, потому что они слишком много времени занимают, ребята. Тем временем наш город... О, малинок выше! Вау! Слушай, круто ты запрыгнул, отлично. Так, а вот еще, смотри, бочка. Сейчас, Мари. Давай, покажи мастер-класс, Егор. А ну-ка, давай. Раз, два, три, полетели. Ха-ха, класс. А теперь прыгни отсюда, вот сразу сюда. Вот так, отличненько. Ребят, я такой, как я такие трюки делаю? Да вообще крутяцкие. Ребята, если вам нравятся какие мы трюки, то обязательно ставьте лайкосик. Смотрите, я вам покажу, как я делаю. Ну давай. Мать вам. Вау, Егор, ну ты прям вообще отлично начал играть, супер. Ребятки, не забывайте обязательно ставьте лайкосики и подписываемся на канал. Ты видел, я по воде прыгнул, вот так, бым-бым. Да, это остановка автобусная, скорее всего, а ты на ней собрал все косточки. А ты здесь, смотри, что? Из махинков. Да, я вижу его, точно. Ну, ладушки, давайте бежать дальше, собираем вкусняшки быстренько и убегаем отсюда. Спасибо тебе, Райдер, бежим дальше. Ох, сколько вкусняшек в ряд. Так, и нам нужно через дорогу... Ой, пока быстро перебегаю, пока... Ой, машины остановились вроде бы. Интересно, все остановятся? Чтоб нас никто ж не сбил. Так, отличненько. Бежим дальше. Вот так. Опа! Слушай, ну ты прям классно на батуте как попрыгал. Егор, у тебя отлично получается? Да ты профессионал, да, Егор? Емиска Сальников! Ты профессионал! Да. Ты уже прыгаешь, как просто, я не знаю, профессиональный батутчик, смотри. А ну да, прыжок. Немножко промазал, еще разочек, быстренько давай. Назад, давай, прыгай. Ну, во, и давай отсюда сразу на следующий. Вот так, молодчага. Слушай, ну давай дальше бежать, куда ты возвращаешься? Нас там, понимаешь ли... Терпит крушение город из-за этого ливня. Давайте там быстрее бежать и спасать всех, кому нужна помощь. Давай, развернись. И прыжок. Отлично, Егорка. Ну давай, быстрее, не будем все вкусняшки собирать, потому что мы на них слишком много времени тратим. Так, это, конечно, все замечательно, но там нужна людям помощь. Давай, бежим. О, в какой-то двор забежали. Интересно, что это за двор? Так. Блин, двадцать. Вау. Вот это крутяк. Отличненько. Смотри, там какой-то значочек. Давай на него подбежим. Это же Либерти. Так, а что она прыгает-то? Все, поменял, отлично. Мы сейчас будем на скутере кататься. Смотри, Егор, отлично. Вот это он как забавлял. Давай, на ускорение.
О, сейчас она ускорится, смотри. Ого, да она на задних колесах проехала. Смотри, как ускоряется круто. Вот это здорово, ребятки. Так, едем дальше. Она тебя резко поворачивает. Да, да, да. А я не знаю, какая суперспособность у нее? А какой ее любимый транспорт? Вот этот скутер, да? Или да. Какой-то у нее другой транспорт? Нет, он не любимый больше такой новый мотоцикл. Вот такой мотоцикл, да? Да. Потому что я ее раньше вообще не видел, это Liberty, а откуда она взялась, я не знаю. Ну, скорее всего, после мультика, да, «Щенячий патруль», да. «Приключения в городе», да? А, нет, подожди, «Щенячий патруль» в кино. Да! Она же там появилась, точно-точно, да. Мы с тобой смотрели этот мультик. Да. Классный мультик, кстати, ребята, да. Кто не смотрел, обязательно посмотрите новый мультик «Щенячий патруль» в кино. Там к этой команде «Щенячьего патруля» и присоединилась вот эта собачка-щенок Liberty. Вот так вот. Финиш! Отличненько. Ну, добренько, давай побежали. Liberty, давай. Нам нужен след. Егорка, бежи. Бежи, бежи, бежи. Опа! Отличненько. Опа! Слушай, отличный этот прыжочек. Погнали дальше. Давай, давай, Егорка, нас время не ждет. Надо быстренько, потому что там ждут люди, им нужна помощь. После ливня произошли какие-то разрушения, нам нужно помогать. Помогать всем, кому нужна наша помощь. Давай, зацепляйся. Нажимай. Попал. Отлично, давай. Так, давай, 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 отпускай. Нажимай. Так. Есть! Ух ты, ребята, вот это круто! Смотрите, как он классно забрался на крышу. Подожди, а как Liberty доберется? Я тоже не знаю. А ну, побежали дальше, давай, погнали, Егорка, время не ждет. Бежим по крыше! Она, видно, будет внизу нас ждать. Да, бежим, бежим, да, в эту он сторону. Она, я не знаю, как... Она, может... наверное, перестилась. Она, может быть, по лестнице забежала, да? Да. У нее ж крюка-то нет. Значок! Вот, ёшки-матрёшки, ребята, мы один значок пропустили, к сожалению. Но, ладушки, я думаю, что это не критично. В любом случае, два мы нашли. Вот, поэтому, в принципе, результат неплохой. Егорка, смотри, нам нужно опять сюда встать. Нажимай на вот эту кнопочку. Так. Как ты думаешь, что мы сейчас будем делать? Yeah. Так, все, мы поняли. Нам теперь нужно попасть вот сюда. Давай, давай. Отличненько. Так, закрепились, перебрались, ребята, на следующую крышу. Так, ну а как Liberty? Откуда она? Как она тут появилась, Егор? Я не знаю. Слушай, ну ты какая-то волшебница, это Liberty. Мы, понимаешь, и тут по крышам через трассе, она хопа так сразу и появилась. Вот это, конечно, загадка. Так, ну что? Пау! Вау, да ты прям вообще прыгаешь идеально прям на эти, по этим крышам. Собрал много вкусняшек, Егорка. Молодчага. Блин, похоже, много. Да, я вижу. Так, Егорчик, давай побежали дальше. Всех мы, скорее всего, не соберем вкусняшек. Вот, потому что время не ждет. А ты прям хочешь все собрать, да? Блин, она понизу. Да, застряла. Ну ничего, сейчас она оттуда выпрыгнет обязательно. Я думаю, она справится и найдет дорогу обратно. Так. А, она здесь будет сейчас спускаться. Да, 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 она там, видишь, по этажам бегает, ищет тоже пути, как, скажем так, чтобы она была рядом возле тебя. Так, Егорка, давай снова прицелимся и на третью крышу перепрыгиваем. Скорее всего, внизу, ребята, у нас заблокированы пути, поэтому нам приходится только по крышам добираться, да, Егор? Угу. Так, ну что, let's go. Go, go, go! Погнали! А как на слайде казалось? Я не понимаю. Я тоже не понимаю. Следующее, смотри, опять надо будет сейчас прыгать. Давай. Гонщик, твоя очередь. Помоги водителям выбраться из затора. Ух ты! А какие водители? Я что-то не могу понять. Так, ребята, вот мы добрались. Так, ну смотри, Егорка, видишь, у нас здесь, получается, произошла авария. И нам показывает стрелочка, что нужно. Ага. Так, ага, смотри, первым делом нам нужно расчистить не здесь, а вот здесь. Вот здесь, да-да-да-да-да, давай, нажимай. Что он сделает? Хорошо, а какую машину нужно сдвинуть теперь? Так, в принципе, мы всей дороги прям не видим. Но давайте попробуем вот здесь, подбегая к этому значочку.
Да-да-да-да, вот здесь нажимай. И я так понимаю, что у нас пробочка немножко будет рассасываться. Отлично. Слушайте, мы тут прям в роли регулировщика движения. Вообще замечательно. Так. И теперь сейчас мы должны эту пробку расчистить. Мы должны им помочь. И думаю, все у нас на этот раз получится. Так, ну что? Что, ребята? Справились? Как вы думаешь, Егор? Да. Отлично, вы восстановили уличные движения. Да, давай пятёни, Егорка. А машину отлично. Как починить? Ну что, походу мы прошли этот уровень, ребятки. Я вами горжусь, щенки. Да, ребята, мы спасли, скажем так, наш город от очередного затора. Нас фотографировали папарацци. Так, отличные фоточки будут, да, Егорка? Да, снова, ребятки. Вы на канале Игрозавры, сегодня мы с Егором продолжаем играть в игру «Щенячий патруль». Ну что, Егорка, поиграем? Да! Отлично! Ну что, Егор, вот у нас начинается новый уровень, называется «Отключение электричества». Давайте посмотрим, что нужно будет здесь делать. Вот наши щенки приходят на, скажем так, миссию Райдера. Сейчас он расскажет, что нужно сделать. «Рад вас видеть, щенки», — говорит Райдер. «В районе мэрии проблема с электричеством». «Вышел из строя генератор и отключился свет». Люди ничего не видят, и кто-нибудь может пострадать. О нет, ребята, вышел из строя генератор, света нет. Используй своего дрона, чтобы заменить испорченные батареи в уличных фонарях. Ух ты, у Скайпа появился дрон. Квадрокоптер, ребята. Поручаю тебе отремонтировать класс. Предохранители. Отряд щенков, дело готово. Отлично, погнали, да. Смотрите, здесь пропавшее электрооборудование. Надо его починить. Ну что, ребятки, начинаем искать электрооборудование, которое нужно починить. Ну что, Егорка, побежали? Я буду. Давай, ты играешь Скай. Угу. Так, и давайте начинать искать, где же наша поломка. Нужно вернуть электричество людям, иначе просто в зданиях темнота, никто ничего не видит. И чтобы никто не споткнулся, не упал, не разбил себе нос, да, не ушибся, нужно включить электричество. Запустить. Генератор. Так, ну что, побежали дальше. Егорка, давай вперед, не будем особо задерживаться на вот этих вкусняшках, потому что они слишком у нас много времени отбирают. Так. Сколько соберем вкусняшек, столько соберем. В принципе, нам самое главное это помочь людям. Да? Погнали, Егорчик, погнали. Так. Слушай, а какая способность, суперспособность у Скай? Что она делает? Он может летать. Точно, у нее, по-моему, самолетик, да? Смотри. О, его... трекер крутится возле тебя вокруг. Побежали дальше, Егорка. Стой. У него есть крылья в этом языке. Да, здорово. Ну что, побежали дальше. Он еще может на летать. Мне вот интересно, она откроет свои крылья в этом раунде, интересно или нет? Да, Егор, мы тут уже стоим минуту. Мы побежим дальше или нет? Да, я люблю щенка. Давай, бежим дальше. О, трекер, отлично. У него есть много штамин. Подожди, это ж трекер, да? Или кто это? Это не трекер, это Рокки. Рокки, точно. Вот это да, ребята, сколько уже не играли в Щенячий патруль, я уже забыл. Так что, если что, пардоньте. Точно, Рокки. Отлично. Слушай, а трекер это тот, который в шляпе, да? Да. Точно. А у нас Рокки получается в кепке, в бейсболке. Точно, да. Ребята, подзабыли уже, конечно. Непорядочек, но ничего. Сейчас мы все исправим. Так, бежим. А, слушай, нам нужно не забывать о том, что нужно собрать тут 3 значка. Да? Угу. Ты смотри, заглядывай всякие уголочки и пытайся все-таки найти их. Так. Отлично, давай запрыгивай на эти ящички, давай быстро-быстро их пройдем, вот так, давай быстренько, чпаум, как ты прыгаешь, давай чпаум, отличненько получается у тебя, давай на значок. Скай. Скай, давай, быстренько, давай на этот значок. Так, нажимай. Что интересно она сейчас сделает? Как вы думаете, ребятки? Я даже понятия не имею. Это здесь, Скай, замени испорченные батареи в уличных фонарях с помощью дрона. Вау, да, она сейчас выпустит своего дрончика. Отличненько, квадрокоптер в пути. Понял, тебе нужно батарейки дроном. Подлетай к этим батарейкам. Бери их. Бери. Так, взяли батарею.
зацепили крюком. А, и нужно их положить в генератор. Таким образом, генератор запустится. Нам не хватает этих батарей. Вон следующий, подлетай. Вот так, аккуратненько. Вон, ну тебе нужна цель саму, да, прицелиться на саму батарею. Отлично, второй уже в пути, летим к генератору. Так, замечательно. Интересно, заработает? Как вы думаете, ребята? Если думаете, что заработает, обязательно ставьте лайкосики. Заработали! Да, заработало! Отлично, ребята, не забывайте обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайкосики. А мы сейчас посмотрим, что будет дальше. А, ребятки, произошло вот что. Мы один только из домов подключили к электричеству. То есть только один генератор запустили. О, значок большой! Да, и к сожалению, один значок где-то мы с тобой упустили. Но ничего страшного. Еще осталось найти один хотя бы. И это уже будет неплохой результат. Ну что, Егор? Найдем еще один дом? Да. Куда он? Где он? Где этот дом? С генератором, который отключился. Нет, не знаю. Надо, значит, что сделать? Его найти! Найти! Отлично! Слушай, я вижу там мусорный бак. Бежим туда. Ага. О. А что там нужно сделать? Прыгнуть? Вертолет скажет! Вот это вертолет, ребятки! Вот это крутяк! Слушай! Классный вертолет, я бы на таком полетал бы. А ты? Я тоже. У-ху-ху, ребята, да мы... Ай-яй-яй-яй, шарики облетай. Шарики нужно, нельзя на них. Да, вот это ускорение. Смотри, какие высокие дома. Да, я вижу, класс. Мы очень высоко летим, ребята, поднимешь облака. Егор, не налетай на эти шарики. Ты что? Мы сейчас еще врежемся, упадем. Ой, не хватало нам еще разбиться! Ай! Тихо. Слушай, ну ты вроде приловчился, да? Угу. Так. Вот это крутой у нее вертолет. Слушай, несмотря на то, что было столько у нас столкновений, она еще... Егор! Тихо, осторожненько. Фух, я аж раз переживался! Егор! Тихо, аккуратненько, тихо, осторожненько. У нас осталось еще чуть-чуть, уже финиш виднеется впереди, вон она финишная черта, аккуратненько. Осталось буквально пару шариков облететь. Да, давай пятюньку. Да, ребята, мы справились, вот и финиш. Так, ну что, Егорка, вот мы и приземлились. Что делаем дальше? Бежим дальше по городу. А, в следующий, я так вот понимаю, район, где есть дом. Так. Да, и Рокки теперь у нас будет чинить следующий генератор. Побежали, Егорчик, быстрее, не будем сильно задерживаться на вот этих вкусняшках. Ух, как ты прыгнул, крутяцкий, прям вообще молодец. Найди столько вкусняшек, сколько сможешь. Райдер, да мы рады, но тут этих вкусняшек очень прям много. Если верить вот этим значкам, их тут аж целых 500 штук. Ага. Да тут времени нам не хватит, чтобы их все собрать. Вы что? Так много их. Это, конечно, вкусно, но нам нужно генератор в первую очередь запустить. Да, Егорка, как ты думаешь? Отлично, так держать. Райдер тебя похвалил. И что у нас здесь? А где же следующий дом? Не знаю. Что так далеко от нас? Надо было Скай еще пролететь на вертолетике, да? Да. И таким образом мы бы ближе к нему бы подлетели. Так, бежим, Егорка, бежим, еще быстрее бежим, включаем турбоскорость. Так, погнали дальше, бежим. А куда нам нужно? А, через ящички, я уже думал, там тупик. Смотри, походу тут уже у нас, я так понимаю, генератор, да, или что это такое? А ну давайте посмотрим. Нет. О, давай попрыгаем на вот тех вон батутиках. Давай, сможешь не упасть, на них всех прыгнуть? Раз, два, три, четыре! Ух ты, Егорка, как ты классно сыграл! Отличненько! Давай, дальше, бежим! Так, вот он, генератор, мы прибежали, ребята. Где? Вот, это вот он красный, справа! Нет. Справа, вот он красный. Да. Давай, становись. Теперь Рокки чинит. Этот генератор.
Так, ну что, наводи лапку на кружочек, нажимай А. Нажимай. Вот так, он чинит. Вот. Так, давай на лапку наводи на следующий проводочек. Нажимай несколько раз на А, нажимай много раз. Вот, да-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 да. Вот так, отличненько. Наводи направо еще. Вон, видишь, справа, да, еще два осталось. Ребята, да сейчас мы все починим. Сейчас будет все замечательно. И последний внизу справа. Вот так, нажимай, вот. Да, ребята, мы походу справились. Свет появится, интересно, или нет? А ну... Да, свет появился, ребятки, замечательно, Егорка, поздравляю тебя с этим, ты починил генератор, вот это круто. Последнее Миши. Да, так, ну что, давайте дальше бежать, я думаю, это последний будет, оказывается, это еще не последний генератор, наверное, еще третий, да? Нет. А какой? Ну, мы предыдущий сделали, это какой был, второй? Да. До этого первый? Если мы бежим дальше, значит еще, наверное, третий. У меня два генератора, а другая еще-то не генератор. Не, я имею в виду сейчас еще, наверное, третий остался, раз они бегут. Ты думаешь, мы сейчас бежим не на следующий генератор? Нет. А что мы сейчас будем делать? Друг, пистолет голоду. Ага. Ну хорошо, давайте посмотрим. Егорка, там лапа. И значок, бери второй значок. Какой большой! Бери значок, бери его, бери. Какой бери. Большой! Класс, мы два значка собрали в этом раунде, нашли. Замечательно, Егорка, ты молодчага. А что-то нельзя. На заборчик. А что ты делаешь? На значок давай. На лапку набегай. Ты куда побежал? Эй! Давай вот сюда. Вот. И еще один генератор ты нашел, третий, рядышком был. Вот оно что, ребят. Тем, Егорка, чинить последний генератор. Вот так. Следующий. Отлично. Починили еще один проводочек. Осталось два. Нажимай. Отлично, и последний, четвертый, давай. Отлично, ребята, вот мы починили третий генератор, и вот появился свет в доме. Отлично, ребята, вот все генераторы мы починили, и у нас все получилось. Давай, Петюню! Здорово, ребятки! О, привет! Вы на канале? Вы на канале Игрозавр, и сегодня мы с Егором продолжаем играть в игру «Щенячий патруль». Смотрите, какая-то новая миссия. Сегодня город потрясли ужасные новости, говорит у нас Райдер. Из-за тряски от гиперлупа Хамдингера на Гранд-отеле возникли трещины, и он начал разваливаться. Ты видел, Егорка, отель начинает разваливаться. Твоя задача – провести крепыша через город, чтобы добраться туда как мог. Крепыш, когда доберешься до отеля, займись расчисткой обломков с дороги. Отряд щенков, делу готов! Да, и нам нужно помочь. Да, участвуют Гончик и Крепыш. Смотрите, вот они отправляются на миссию. Да-да, действительно, ребята, какая-то произошла у нас тряска, какое-то землетрясение. И мы сейчас отправляемся срочно на помощь к этому зданию, посмотреть, что там произошло, потому что там какие-то огромные трещины появились. Да, Егорка? Да! Отличненько! Ну что, Егор, ты играешь, давай собираем вместе с тобой, как всегда, вкуснющие эти вкусняшки, косточки. И будем незамедлительно отправляться сразу же к тому зданию. Ба, ты видел? Косточки и стрелочки. Косточки и стрелочки? Это какие? Да. Где? Они, я их только что собрал. Этот ребёнок застрял. Давай, бежи дальше, он, наверное, за тобой. Вон он выпрыгнул. Отлично. О, мастер-дом! Да, нужно бежать в эту сторону. Да, вот сюда. Вот, да, все правильно. Бежим. Один Гончик. А он сейчас тебя догонит. Он где-то там застрял, наверное, какую-то вкуснющую косточку нашел. Давай, прыгай вот сюда. Отлично. Ой, класс, как батут, да? Здорово. Вот он дом. Ну да. Слушай, ну я так до конца... О, смотри, вот стрелочка. Ага. Я до конца так и не понял, что произошло с домом. Крепыш. О, нажимай, сейчас что-то он что-то будет делать. Сейчас, наверное, расчистит. Да, своим буром, отличненько. Нажимай на кнопочку.
И тебе нужно попадать в эти, видишь, кругляшочки. Давай, попадай, и он будет разбивать. Просто держи, будет разбивать эти камешки. Давай, 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 нажимай, нажимай, еще, Егорка. Отлично. Вот это у него классный бур, если честно, мне очень нравится. Что скажешь, Егор? Отлично. Отличная работа, давай пятюню, Егорка. Играем дальше, давай, побежали, нас ждут. О, так. Слушай, а мы можем переключиться на гонщика? Сейчас. Давай попробуем. О, отлично, получилось, давай. Тебе гонщик. А ты видишь, смотри, косточки тоже в синий цвет подкрасили сразу. Ашка, тебе гонщик будет. Да. Ой, смотри, какая печенюха крутая. Погнали дальше. Мои новые батутики. Батутики, прыжок. А ты сможешь сразу с него перепрыгнуть на лифт? Давай, 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 давай. Сейчас. Раз, два, три. О, допрыгнул. Крутяк, Егорка. Слушай, супер. Так, нам нужно не забывать, что у нас тут имеются еще значки. И их нам нужно собрать сколько, Егор? Три штуки. Три. Три штучки. Если мы их соберем, это будет круто, ребята. Отличненько. И напоминаю, как обычно, не забывайте подписывайтесь на канал и ставьте лайкосики. А мы здесь пропустили. Что мы пропустили? Здесь мы пропустили, а там... Гонщик, ух ты! Используй свой трос, если дорога окажется заблокированной. Ага, то есть, давай побежали, если что, будем использовать наш тросик. Мочка, машина застряла. Да, видишь, потому что тут по-любому нам нужно будет его использовать. Отлично, нажимай на кнопочку. Вау, понял, нам нужно теперь на крышу, Егорка, попадая на кругляшочек, да. И нам нужно зацепиться крюком, и тогда сможем подняться наверх. Держи, 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 удерживай, удерживай. Он его закрепляет. Ну что, погнали вверх. У-ху! Как Спайдермен, да, Егорка? Мы поднялись. Так, ну что, теперь у нас с тобой... Как это? Да, я не знаю, как он поднялся. У него же крюка-то не было, да? А, наверное... О, давай здесь попрыгаем, давай. А, наверное, у него тоже поставил крюк. Может быть, да, у него тоже крюк есть, действительно. Так. У всех, наверное, клюки. Да, скорее всего. Так, ну что, слушай, а мы... Смотри, вот как лыса. Да, а мы с тобой ни одного значка еще не нашли. Да, кстати. О, я вижу, вон один, вон, давай бери его, бери, отлично, круто, один нашли. Да, первый нашли, еще вроде ни одного не пропустили, и это круто, ребята. А потом ну дальше. Однозначно лайк, так. А потом ну дальше. А я не знаю. А ну давай в эту сторону, сюда беги, да. Может здесь... А, вон значок, смотри, вон лапа. Видишь, вон, бежи на лапку. Вон лапа, вон, бежи туда. И скорее всего... Виз, крепоса. Да, крепыш сейчас там будет участвовать однозначно. Давайте пробовать. Ну попробуй, нажми на Y, давай. Так. Он тоже, смотри. Нажимай на А. Опа, он закрепляет трос, смотри, и перебрался на следующую крышу. Замечательно. Смотри, сейчас крепыш тут тоже появится. Я не понимаю, как он здесь появился, Егор. Может, ты мне расскажешь? Наверное, он лестницу нашел. По лестнице, наверное, он поднялся, да. Ну, давайте, он у нас такой пухленький, скажем так, щенок. Ему спортом заниматься полезно. Так, там тоже какая-то лапка была. Беги на нее. Нужно выполнить какое-то задание. Нажимай Y. Отличненько. Мы спустились. Да, вот, наверное, по этой лестнице крепыш и поднялся на крышу. Только зря поднялся. А, вот сюда. Да, скорее всего. Бью. Вау, слушай, ну ты классно приспособился. Ты, я уже вижу, прям профи играешь. Слушай, давай побежали тогда быстренько там к дому. Ой! Егорка, ты хочешь в дом зайти? Там никого нет. Побежали дальше. Дом разваливается у нас. Он весь в трещинах. Нужно срочно помощь людям. Наверняка там какая-то... Класс! Печеньку забыл. Забирай печеньку. Вот так, здорово. Это да! Да! Я вами горжусь, щенки! Да, спасибо тебе, Райдер! Мы стараемся. Так, ладно, ну что? А куда идти-то дальше? Через дорогу, Егор, через дорогу бежим! Тихо, машина, чтоб нас не задавили. Осторожно. Вот, пешеходный переход, бежим. Нам зеленый, отлично, можно идти.
Так, надо главное успеть, чтобы не было красной, потому что на красный, ребятки, переходить нельзя, я надеюсь, вы так помните. Ой, мы вовремя перешли, смотри, машинам поехали, нас чуть машина могли не задавить. Но мы вовремя успели, отличненько. Так, бежим дальше. Печенюха мне... Ой, значок, бери значок. У-у-у, отлично, два значка есть. Остался последний, Егор, отличненько. Давайте, забивай мне. Забирай эту печенюху. Котёшки! Слушай, бери тогда печенюху и побежали дальше. Это какие-то печеньки. Это похоже на печеньки Орео. Ага. Такие, знаешь, внутри... Точно! Да, только они здесь немножко другой формы, но похоже, очень сильно похоже. С начинкой внутри. А здесь пепястые. Йор, а ты вообще любишь печеньки Орео? Смотри, он с ангелов. Да, точно. Он плохой. Да, плохой, действительно. Это ж он, по-моему, был злодеем в мультике «Щенячий патруль кино». Что? Мамочка, знаешь, что туда переехал? Он выполнил гонки и сюда переехал. А, понятно. Слушай, ну запрыгивай на остановку, побежали дальше, время не ждет. Так, забрали печенюхи два раза, отлично. О, а куда бежать дальше? Папа... О, я думал, там тупик, отлично, побежали дальше. Папочка, нам нужно столько собрать. Да ты что, 600 косточек, мы столько не соберем, Егор. Мы только с тобой почти 400 собрали, еще 200 штук. Ну, слушай, чем больше соберем, тем лучше. В принципе, есть куда стремиться. Давай, побежали дальше. Здесь препятствия. Да, там рабочие работают, там что-то они строят. Куда нам идти? Вот, да, вот сюда, идем налево, в эту машина сторону. Машина где стоит? Это же машина тех рабочих, они там что-то ремонтируют. Наверное, какие-то ямы латают на дорогах, да? Вечная проблема у нас, ямы на дорогах. Поэтому латают, уже пора. Ну, в общем. Опять. Нажимай на А, нажимай, часто нажимай. Отлично, Егорка. Вот это ты буришь хорошо, слушай, молодчага. Отличная работа, давай пятюню и побежали дальше. Мы себе прочистили путь. Мали, упрыгай сам. Да, так, ладно, мне кажется... Ого, как! Слушай, Егор, мне кажется, что мы уже подходим к нашему дому. Как ты думаешь? Не знаю. Надо проверить, потому что он весь в трещинах, и наверняка там нужна помощь людям. О, смотри. Что там? Мне надо что-то это учить. А, слушай, мы, наверное, собрали три значка. А, не-не-не, вон этот значок, забирай его, три значка мы собрали. Егор, я тебя поздравляю. Ребята, это лайк однозначно, мы собрали три значка. Егор, пятюню мочи, давай, мы с тобой хорошо справились, отличная команда. Все плохо спрятали. Ну да, спрятали, если честно, так себе, но мы были внимательные, мы их все собрали. Так что давай играем дальше. Назад! Не-не-не, это мы через квартал повернули, получается, сначала пошли налево, потом теперь вышли, направо идем. Видишь? Скоро мы придем. Да, скоро мы придем. О, печенюха. Ням-ням-ням, отлично. Уи-го. Вот так вот. Уи. Да? Уи-го. Давай. Погнали на балкончик. Уи. Еще давай. Уи. Отличненько. Супер, молодец. Мы куда-то пришли. Неужели мы добрались? Нет. Это что такое? Слушай, это ускорение. Да, мы пропустили ускорение. Ой-ой-ой, лучше на них не наезжать. Это что, бетономешалка или что это такое? Да! Егор, ты знаешь, что такое бетономешалка? Да! Это машина, в которой непосредственно мешается бетон, пока транспортирует. Да! Это КПСА машина. Это разве его машина? Разве он на бетономешалке ездит? Да. Да, по-моему, он ездит на бульдозере, насколько я знаю. Нет. Нет? Ну ладно. Эй, смотри. Ага, не понял. Я до конца так и не понял. Это действительно бетонная мешалка? Ускорение красное. Надо было на красном ускорении, на стрелочке. Ой-ой-ой, засыпил. Да. Слушай, ну блин, давай поосторожнее будь. Так, смотри, у нас красные стрелки. Давай на них наедем. Смотри. Ускорение, отлично. Еще давай он красненько. Осторожно, впереди знак. Отлично. Слушай, ну ты классно объезжаешь, вообще, супер, мы с тобой походу успеваем, вон уже финиш, я впереди вижу. 3, 2, 1, финиш, отлично, Егор, мы с тобой справились, мочи пятюньку. О, а что у нас, продолжается что-то? Ой, а что это такое? Крепыш, это здесь, используй подвесной шар, чтобы убрать обломки перед дверью. Егор, тебе нужно вот этим шаром, который сзади...
нужно им разбить вот этот обломок. Давай, раскачиваем. Давайте я помогу. Раскачивай, давай, мочи его! Бей! Нажимай на А! Вот так! Бубу! Слушай, еще разочек надо, давай. Вот, вот так. Давай, 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 давай. Нажимай на А. Сейчас будет бубу! Смотри, вот так, отличненько. Осталось последний раз его, и мы его добьем, ребята. Мы освободим дверь. Вот, 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 вот. Давай, 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 нажимай на А. Отлично, Егор, мы с тобой очистили путь, и теперь мы можем пробраться в здание. Ну что же, ребятки, вот мы и прошли данную миссию. И, скорее всего, люди, которые находились в здании, вот, да, они вышли. Потому что была просто дверь заблокирована вот этими обломками, которые мы только что с Егором разбили. Егор, отлично, мы спасли людей, да, миссия пройдена. Здорово, ребятки. Привет! И вы на канале Игрозабав! И сегодня мы с Егором продолжаем играть в игру «Щенячий патруль». Ну что, Егор, поиграем? Да! Люди жалуются на странный неприятный запах. Его источник в парке. Егор, что-то в парке произошло. Там какой-то неприятный запах. Скорее всего, на очистной станции сломался фильтр. И в речку попадают сточные воды. Ой-ой-ой-ой-ой, это непорядок. Зума! Помоги нам отыскать детали от фильтра. Рокки, как только у тебя будут все детали, ты починишь фильтр. Ясно, Райдер. Отряд щенков, дело готов. Да, ребятки, и мы сейчас отправляемся в парк, чтобы выяснить, что произошло. Вот, ребята, мы оказались в парке. Отличная команда, но нужно торопиться. По парку расползается вонючее ядовитое облако. Фу, ребята, мы оказались где-то рядом возле парка, и нам нужно торопиться, потому что там вонище неимоверное, да, Егорка? Сейчас да, ты играешь за Рокки. Это мы... Рокки? Да. Ага, так. Кстати, что я хочу сказать, ребятки, по вашему видео ставьте лайк. Да, ребята, если вам понравится в дальнейшем это видео, обязательно не забывайте подписываться смотрите, на канал и ставить смотрите, лайкосики. Смотрите, оп. О, сейчас болите. Уи! Ну, отлично! О, май гад! Мальчик, мы еще не играли за Зуму, не за Локи. Да, я с тобой согласен. Ну давай, нам нужно торопиться. Ты сильно долго задержишься на одном месте. Нам нужно бежать, давай. Мы не будем собирать прям все вкусняшки, прям, потому что их очень много. Нам нужно дорогу перебегать, Егорка, перебегаем. Так, нам нужно обязательно в первую очередь добраться до парка и понять, что там произошло, почему прорвало канализацию. Я зум! О, переключил. И сейчас смотри, все косточки стали тоже оранжевые, как форма нашей зумы. Да, Егорка? Отличненько. Ну что, побежали, и нам главное... О, значок, значок, значок! Ты потерял значок, вон он. Ты чуть его не пропустил. Отлично! А почему он такой огонь стал? Я не знаю, но самое главное, что мы его... Не пропустили и собрались. И осталось найти еще два. Смотри, какая пальма телесная дерево. Да, 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 я вижу, Егорка. Бежи вперед, обязательно нужно быстрее бежать. Стой, стой. Кстати, знаете, до чего это забудь? Я на... Если будет собака здесь гулять, надо здесь привязать, чтобы она никуда не удрала. Чтобы никуда не убежал, чтобы мы могли за ошейник привести к этому столбу, да? Да, но она может... Чтобы не удрал. Чтобы никуда не удрала. Ну, может быть и так, действительно, Егор. Смотри, мультик, как ее вот так... Егор, это все, конечно, замечательно. Ты молодец. Но нам нужно бежать. Смотрите, смотрите, мой друг, мам, смотрите. Ну как? Здорово, ты классно. Ты чуть не попал. Ой-ой-ой, ну, ладушки. А вон попробуй с той стороны попасть на батутик. Сможешь? Уи-уи. Ого, тихо-тихо. Ты чуть на дерево не запрыгнул. Отлично, молодец. Собрал все косточки практически. Он быстро бегает. Смотри, что он делает. Что он такой быстрый. Да ну а чё, в принципе он же тебя догоняет, он же пытается за тобой угнаться, правильно? Правильно. Ого, ты видел, как он тоже запрыгнул? Круто. Давай. Замечательно, получилось, супер. Отличная работа. Да, Райдер, спасибо. Мне вот интересно, мы уже на территории парка или нет? Как ты думаешь? О, значок! Фух, мы еще значок не потеряли, не пропустили.
Ай-яй-яй, отлично, Егорка, давай пятюню. Не попусти, пятюню. А остался последний, третий значок. Ты молодец, умничка, давай по этой дороге бежим. Выбегай, выбегай из парка отсюда. Давай, 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 выбегаем, бежим дальше. А че так недалеко от лодки? Не знаю, Егорка. Бежи, да, вот сюда, все правильно. Вон, да, 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 через заборчик, да, вот через це перепрыгивай. У нас тут прям какие-то лабиринты, да, не парк. О, Рокки, давай, давай, Рокки поиграем. Давай, отлично. И прыгай прямо на этот батутик. Давай, с одного на другой, прыгай. Отлично, Егор, супер. Превосходно, тебя райдер похвалил. Отличненько. А давай побежим вот туда налево. Может, там значок спрятан, давай посмотрим. А, здесь были просто косточки, там забор, да, тупик. Давай, давай возвращаться обратно. Отлично, Егор, молодец. Нам главное не пропустить теперь третий значок, ребят. Потому что если мы его пропустим, будет, конечно же, немножко обидно, но мы справимся, да, Егор? Мы обязательно его найдем. Ну, надеюсь, просто здесь нету. Да, 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 это точно. О, прыгай, прыгай, прыгай на зонтик, на зонтик. Вот так, смотри. Стойте, стойте. А знаете что, надо все тайные местечки проверять. Проверять, конечно, обязательно. Там может быть значок. Все правильно, Егор. Давай, прыгай, прыгай. Блять. А, нельзя запрыгнуть. Ну, наверное, да, нельзя. Все не можно заесть. Ладно, побежали дальше, Егор. Мы сильно тут долго задерживаемся. Все, он сильно прыгает, просто, я не знаю. Слушай, а ну давай. Что? Да, 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 да. Что сказал? Я не услышал, ты что-то говорил. Он сказал нет. Я не слышал, что он сказал. В общем, давай бежать сюда, тут у нас, смотри. Это то озеро вонючее, да? Фу, какая вонь! Вот эта труба, Егор. Извини, напарник, но тебе придется вернуть и отыскать детали от фильтра, чтобы его починить. Ага, ребята, вон что произошло. Оказывается, фильтр от этой трубы, он где-то пропал. Из-за этого вместо чистой воды отфильтрованной в воду попадает грязная, вонючая вода. Ну что, Егор, теперь нам нужно найти фильтр, да, который фильтрует воду и делает ее чистой. Поэтому обязательно... Давай, 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 поднимайся вверх, тут у нас течение. Это, оказывается, ребята, три штучки, которые вверху справа, это не батарейки. Это у нас, оказывается, фильтра, которые нам нужно обязательно найти, и тогда водичка будет чистая бежать в это озеро, и не будет никакого вонючего запашка. Понял, Егорка? Да зеленые пузыри! Поэтому смотри, если ты слышишь какой-то такой звон волшебный, то значит, где-то этот фильтр спрятан. Давай вниз спустимся, посмотрим. Ага, там ничего нет. Ничего нет, поднимайся наверх и плывем дальше. Давай, потому что нам нужно... Слышишь, звенит? Отлично, первый мы нашли из трех. Давай еще два найдем. И будет у нас все в шоколаде, потому что водичка должна течь чистая в это озеро. Правильно? Правильно. Так, ну что? Нет, здесь ничего нет. Давай плывем дальше. Здесь ничего нет. Печенюха. Печенюха. Ну, нам не столь важно, как найти печенюшки. Нам важно найти фильтры, чтобы водичка была идеально чистая и не было этого вонючего запаха. Слышишь, звенит? Вниз спускайся. Я тебя поздравляю, ты нашел второй фильтр, отлично. И теперь, ребята, нам нужно найти последний, третий. Если мы найдем третий, то у нас миссия практически будет выполнена, да, Егорка? Ну что скажешь, Егор? Так, отлично, печенюхи собрал. А третий фильтр где? Я не знаю. Давай искать. Плывем дальше, пока звона нет. Нет. Так, плывем, плывем дальше, давай, давай, давай. Мне кажется, скоро он будет. Слышишь звон? Опускайся вниз, он, наверное, на дне. Не-не-не-не, возвращайся назад, ты его пропустил. Вон он. Вон он, Егорка. Вот он. Yeah! Да, ребята, мы нашли третий фильтр, а это означает, что миссия у нас практически уже выполнена. Да, Егорка? Ну что, ребята, давайте теперь проверим, что у нас будет дальше. Так. Есть! Ты нашел все детали. Теперь можно починить фильтр. Ну, давай пробуем. Так. Давай, Зума, у тебя все получится. Ой, это Рокки. Рокки у нас сейчас будет чинить. Рокки, давай. Давай. Егорка, тебе нужно вот этой лапкой попадать на вот эти вот вентили и удерживать. Смотри.
Так, теперь сюда. Нет, я. Давай, давай, я тебе помогаю, чтобы у тебя все получилось. Наводи лапку теперь на следующий кругляшок. И удерживай. А, вот так. Держи, держи, держи. Отлично у тебя получается. И последний вверху. Вот он, давай. Нажимай. Так, мы открываем крышку, я так понимаю, да? Ага, что-то мы сделали. Неужели мы установили фильтры, ребята? Да, ребята, вот мы установили, оказывается, фильтры, и вода теперь у нас поступает в озеро чисто. С чем я нас всех поздравляю. Молодцы, щенки! Фильтр починен, плохого запаха больше нет. Но нам всем придется принять душ. Это точно, ребята, потому что от нас, наверное, запашочек отчинят просто неимоверный. Всем здорово, ребята! Здорово, ребятки! Вы на канале Игрозавр, и сегодня с Егором мы играем в игру «Щенячий патруль». Кто-нибудь из вас видел гонщика? Я звонил ему, но он не отвечает. Что-то с гонщиком случилось. Либерти, поручаю тебе разыскать гонщика. Следы гонщика обрываются здесь. Либерти, ты бы не могла поискать улики? Ага, смотрите, здесь у нас последние были следы гонщика. И с помощью Либерти мы попытаемся найти его, взять его след. Да, Егорка? Да. Обязательно ставьте лайкосики и подписывайтесь на канал, чтобы чтобы красная кнопка превратилась в серую, да, Егор? Да, видите, как я прыгнул? Да, ты прыгнул очень классно. Поэтому давайте играть дальше. И нам нужно не забывать, тут нужно находить наши любимые классные три значка. Если мы их найдем, то в конце у нас что-то, наверное, откроется, да? Я вот не помню в этой серии игр. У нас что-то будет открываться или нет? Ты не помнишь его? Не знаю. Я тоже не помню. Так, ну смотри, ты можешь, в принципе, кнопкой X переключаться также на крепыша. Вот смотри. Опа, и ты крепыш. Да. Можем поиграть, в принципе, и за крепыша. А можем и за Либерти. Давайте за Либерти поиграем. И нам нужно торопиться. Мне вот интересно, Егор, а что же могло случиться с нашим гонщиком? Куда он пропал? О, нет, они бывают собаки... Поход! Да-да-да, тут нам нужно расчистить, и, наверное, нам сейчас поможет... Нам сейчас поможет, наверное, крепыш, да? Отлично, Либерти! Гонщик шел этой дорогой. Крепыш, пора тебе показать свое волшебство. Отлично, крепыш, давай, сейчас он, наверное, достанет свой бур. Давай, двигай буром, нажимай на А. Вот так, я тебе помогаю, Егор. Нажимай еще, еще, еще. Давай, 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 давай. Нужно эти камни убрать с нашего пути. Отлично получается. Круто, Егор, мы справились. И давайте идти дальше, посмотрим. Тебе миссия и Либерти будет. А можно, в принципе, и Либерти, а можно, в принципе, и крепышом играть, как хочешь. Мне просто интересно. Оба. Слышишь, Егор? Что? Мне интересно, почему тогда, когда здесь проходил гонщик... Отлично, первый значок найден. Почему, когда гонщик здесь проходил, тут у нас разрушение? Что-то произошло, я не понимаю, что? Что именно, Егор, как ты смотри, думаешь? Смотри, что с Либерти? Я не знаю, это какой-то глюк, наверное, в игре. Ладно, прыгай, наверное, в другое место. Ладно, сейчас. Смотри, смотри, у нас там зонтики под столиком и стульчиками, и там можно тоже прыгать, наверное, как на батуте. Да-да-да, прикольно, смотри, как классно. Да-да, давай прямо-прямо. Там ты немножко пропустил. Отлично! Райдер говорит, поразительно, ты просто супер классно прыгал. Отлично, ребятки. Ну что, давайте дальше. Здесь у нас стройка какая-то проходит. О, да видели? Ой. Слушай, я вот не понимаю, а куда же мог гонщик деться? Как ты думаешь? Не знаю. Странно, здесь у нас какая-то... Наверное, бандит ее узнал. Второй значок. Бандиты, думаешь, его украли? Да. Слушай, ну это, конечно, самый худший сценарий. Я бы не хотел, чтобы его украли бандиты. Но все-таки гонщик у нас умный щенок. Он сильный, я думаю, если что, он справится. Но наверняка, мне кажется, он попал в какую-то беду. И мы ему поможем сейчас. Стойте! Что? Я знаю, что произошло. Как ты думаешь, что произошло? Мэр увидел собак, не посадил его в собачный дом. А, злой мэр города, да? Да. Я понял, точно, он же ненавидит щенячий патруль. Они вечно ему пакостят и мешают, скажем так, в его вот этих всех целях. Коварных. Да, не посадили его в тюрьму. Может быть, действительно мэр города словил гонщика и посадил его
в щенячий какой-то приют, да? Да! Собачий приют. Ну, и питомник какой-то. Да. Все может быть, Егорка, поэтому мы сейчас с Либерти и Крепышом пытаемся найти его след и все-таки спасти его. Потому по косточкам что... он бежит. Да-да-да, по косточкам, все верно. Слушай, а ты не хочешь поменяться местами с Крепышом? Нет. Да? Ну хорошо, как хочешь. А ну давай назад. Что там? Чуть-чуть там? Назад, там была тоже у нас косточка. Нам давай. Еще нужно не забывать, что... Значок! Где? А, показалось. А, это большая вкусная печенька, отлично. Да, кстати, здесь у нас может быть спрятан значок, поэтому мы вернулись назад, чтобы мы не пропустили его, да, Егор? Да! Отлично. Ну что, странно. Давайте... Странно. Странно, до сих пор не видим гонщика, куда же он делся? Давай. Опа! Отлично получилось! Опа! И вперед, и вперед, давай, и вперед! Опа! Есть, отлично! Так, ну что? Крепыш опять! Стабьё моё! Давай, у нас здесь впереди... Это же машина Крепыша, трактор Крепыша, насколько я знаю, правильно? Воу! Теперь у нас езда будет по улице, и нам нужно объезжать вот эти все препятствия. Главное, в них не врезаться, Егор! Егор, осторожно! Фух, самый последний момент! У нас ускорение, отлично! Вау, давай на ускорение, на все ускорения заезжай, тогда он будет быстро ехать, да? Самое главное, не врезаться в эти... Так, в эти знаки, главное нам не врезаться, и тогда мы будем ехать очень-очень быстро. Слушайте, а гонщик, насколько я вижу, очень-очень далеко убежал. Раз мы так долго по городу за ним идем и не можем найти его след... Это просто кошмар какой-то. Куда же он запропастился? Смотрите, он сбегал по дороге, потом по тротуару. Возможно, да, он бегал сначала по городу, да, по дворам. И да? Потом выбежал на главную улицу с дорогой и побежал по прямой. Стойте, стойте. А потом там был его президенты, не потом его схватили. Это был господина мэра. Да, он, знаете что? Но? А вот смотри. Это же Либерти на мотоцикле за нами ехала. Да, знаете что? Да. А потом на грузовике они отвезли его в собачный дом. Собачий приют, да? Да. Все может быть. Смотрите, у нас опять здесь целая куча камней, и нам нужно быстренько расчищать. Давай, как в прошлый раз. Отлично, с первой справится. Еще две, Егор. Давай их разрушать, распиливать. Вот так вот. И еще чуть-чуть. И последняя, третья. Давай, не останавливайся. Еще сильнее, еще давай. Отлично. Ну что, путь свободен, и мы можем идти. Погнали. Идем. О, у нас здесь столики с этим... как батутики. Классно на них прыгать. Отлично. Егор, ты любишь, кстати, на батутах прыгать? Да. Кстати, ребятки, кто любит прыгать на батутах, обязательно ставьте лайкосики. Ну и не забывайте подписывайтесь на канал. А я люблю на аттракционах кататься. На чем? На аттракционах. На аттракционах? Да, поезде. О, на аттракционах все любят кататься, девки. Да, даже я катался. Егор, побежали дальше. Ты на одном месте сильно долго задержался. Епа-па-па! Да, ребята, аттракционы, это, конечно, классная тема. Ну да. Так. Классно прыгали. Отлично. Вау, какая печенька посредине. Вкусно. Давай ее съедим. Давайте. У меня аж слюнки потекли. Ням-ням-ням-ням. Отлично. Да. Так, ну мы особо тут не задерживаемся. Нам нужно срочно бежать через дорогу, потому что все-таки у нас гонщик, он в беде, куда-то пропал. А может быть, он где-то гулял, немножко устал, решил вздремнуть и отдохнуть, правильно? Может быть, все такое. Почему бы и нет? Ну, все равно, лучше подстраховаться и пойти на поиски его, потому что вдруг он реально пропал. Может быть, он просто действительно его кто-то схватил. Ну что, Егорка, давай, еще одна препятствие. Я вообще не понимаю, откуда у нас в городе целые кучи бетона и камней. Ты не знаешь, Егор? Хотя, в принципе, в городе идет стройка, и, наверное, из-за этого у нас такие огромные кучи камней, да, Егор? Все может быть.
Отлично, Егорка, и мы идем дальше. Погнали, ты видел, он ногами хлопнул, баба. Ха, типа вот так вот сделал, класс, побежали. Вот это крепыш. Кирка! Свет ведет сюда. Либерти, ты видишь какие-нибудь признаки гонщика? Егор, ты видишь какие-то признаки гонщика? Я лично пока ничего не вижу, я так понимаю, мы забежали в какой-то парк. О, язычок! Вау, ты его нашел, отлично, я его даже сначала не заметил, ребята. Туда, туда. Егор, ну ты молодец, мы все три значка собрали. Туда, туда надо. Да. Да, отлично, молодец, Егор. Я чувствую, вот, стрелочка показывает, беги за стрелочкой. Либерти взяла след, ребята. Отлично, смотрите. Вот это целая куча косточек. Смотрите, какая-то девочка. Что с ней? А ну, подбежи к ней. Что за девочка, Егор? Я не понимаю до конца, что... отличная работа. Я ж тебе говорил, что он игрался с девочкой. Что его никто не похитил, никто его не забрал. Он просто заигрался в парке с девочкой играл. Ты представляешь, Егор? Вот так вот. А наши, соответственно, крепыш Либерти рады его видеть. И рады, что с ним все отлично и ничего плохого с ним не случилось. Давай, пятюня, Егорка. Да, ребятки, отлично, миссия выполнена. Здорово, ребятки! Вы на канале Игрозавры. Сегодня мы с Егором продолжаем играть в игру «Щенячий патруль». Да! Нас просят о помощи. Забарахлила панель управления мостом. О, нет, что-то с мостом. Несколько горожан оказались в западне на мосту. Им нужна наша помощь. О, Зум, нет. Поручаю тебе найти недостающие электронные чипы для панели управления. Ясно. Вроде, как только у нас будут чипы, ты починишь панель и как можно быстрее. Отлично. Отряд щенков, дело готов. Да, ребятки, вот мы и спешим опять на помощь. Только на этот раз мы будем чинить по ходу мост и спасать тех людей, которые на нем застряли. Да, Игорка? Что? На дороге пробка? Дальше вам придется идти пешком. Скорее. Ого, какая пробка огромная. Так, ну давайте тогда будем разбираться, что здесь можно сделать дальше. Судя по всему, нам нужно быстренько теперь торопиться на мост, потому что там у нас люди, которых нужно спасать. И пробку нужно теперь как-то обходить. Да, Егор? Так. Ну и, соответственно, собираемся вкусняшки. А, и еще нам нужно собрать три... Что, Егорка? Три значка! Что-то! Да, что-то происходит. У тебя активировался радар. Значок где-то рядом. Добавь карточку в свою коллекцию. Ух ты, наверное, где-то значок здесь. Вот он! Какой умный! Да. Обвязь. Первый есть, ребята, отлично. Не забывайте подписываться на канал и ставьте лайкосики. А мы продолжаем играть дальше. Ну что, Егорка, да. Погнали. Так. Так, здесь вкусняшки мы собрали и бежим дальше. Да. Слушайте, походу мы идем в обход, да, мимо основной дороги к мосту. А у нас-то выбора нет, иначе мы к нему просто не доберемся, да, Егорка? Как ты думаешь? Так, отлично, здесь мы пробежали. И что же у нас будет впереди? Еще один значок! Отлично! Так быстро за два? Да, уже второй значок. Так. Отличненько. Через трубу! Вот это прикол. Давайте сюда забежим. Может, тут что-то тоже есть? Да, были тут вкусняшки. Отличненько, собрали все. Отличненько. Егор. Ага. Да, конечно, успех. Столько вкусняшек собрали за такое короткое время. Да, Егор? Ну что, Егорка, давай, твоя очередь играть. Давайте. Бери геймпад и продолжаем. Может быть, за Рокки? Давайте за его. Давайте за Рокки поиграем. Он тоже хочет с нами, наверное, побегать, да? Поесть вкусняшки. А то мы играем пока только с Зумой. Ну что, Рокки, давай, погнали. Погнали, Зума. Ой-ой-ой, да у нас тут пробка просто неимоверная. Она туда. Судя по всему, ребята, у нас поломка на мосту очень-очень серьезная. Наверное, сюда. Да, точно. Так, бежим дальше. Егорка, скорее всего, там, где у нас вкусняшки, нужно туда бежать, ребята.
Воу! Я угадал! Я ее угадал! Это же машина Рокки! Отлично, погнали! О, ребята, здесь у нас пробки не оказалось. Осторожно, мусор, Егор! А, ты собирай, 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 молодец! Все правильно, нужно мусор собирать. Ты пропустил! Ай, вот блин! Но ничего, ничего, молодец. Давай осторожно и сразу влево или вправо, быстренько. Отлично, тут так же само. Молодец, ты пока ни один мусор не пропустил. Молодец, в центре, в центре, в центре, в центр. И в сторону. Опа, молодец, Егорка. Быстро, быстро, опа. Чуть не пропустил ускорение и два мусора. Едем по прямой, раз, даже два, три. Два. И еще третий. Давай влево, отлично. Ой, ты немножко наткнулся на знак. Ну ничего страшного. Давай еще влево, влево, влево. Немножко не пропустил, но ничего страшного. Мы ты все так... равно, мы соберем. Да куда ты, тихо. Мы соберем сейчас весь мусор. Отлично, смотри, тут еще раз надо будет влево. Давай. Да. Круто, молодец. Все, мы все собрали. Ну что, финишная прямая, Егор, и мы проехали эту улицу. Ну что, ребятки, едем дальше. Так, Егор, я тебя поздравляю с тем, что мы быстро проехали по улице. Теперь мы опять на районе находимся и да. Подбегаем уже к мосту. Видишь, уже да. Речка, водичка. Да. Значит, мы приближаемся все ближе и ближе. А судя по всему, то вон мост. Он уже разрушенный. Если вы видите, вот там за цветочками, вот подбежи. Вот он, видишь, обрушенный. Да, дальше моста нет, поэтому бежи через, наверное... Ага, да, в эту сторону. Я уже думал, через забор нужно перепрыгнуть. Там, где вкусняшки, туда нужно и бежать, по сути-то. Логика проста, да, Егорка? Тебе нужно еще раз запрыгнуть с другой стороны. Вот туда, да, на маленькую платформочку, с маленькой на большую. И еще раз осторожно Ты застрял. Давай еще раз, аккуратно перепрыгивай, не торопись. Давай, прыжок. Отлично, молодец. Где-то здесь, значок. Где-то... Да, мы его сейчас найдем. Идем дальше. Где-то... Вон он! Где? Не нету, нету, нету. Вот, пока это... нету значка. Так, вот так. Давай так, бежи так, сюда. Бежи сюда, да. В эту сторону. Да. И мы его... Вот он, ты его пропустил. Он мелькнул. Сюда, сюда. Вот, отлично. Вот он где был спрятан. Обходи с этой стороны. Так, и давай просто его заберем. Что? Да, ребята, давайте тюнь, Егор. Мы собрали все три значка. Да, наконец-то. Егор, ты молодчинка, а мы бежим дальше. Так, тут вкусняшки. Вкусняшек очень много, действительно. Мы вкусняшки. Давай, бежи, не балуйся, Егорка, у нас мост порушился, нам нужно его чинить. Поэтому нету времени баловаться, нужно бежать дальше. Да, погнали дальше, ребятки. Так, смотрите, мы походу приближаемся. Как ты думаешь? Да. Ну погнали дальше, идем, идем, идем. Да. На лавочку, с лавочки на платформу. Отлично, погнали, погнали дальше, Егорка. Супер, отличненько. Воу-воу-воу, как ты собираешь вкусняшки, просто профессионально. Да. Молодец. Вот где-то здесь мост. Да-да, вон он обрушенный. Да-да, он обрушенный, поэтому бежи дальше по следу вкусняшек, где вкусняшки, туда нужно бежать. Они нас наверняка приведут туда, где нужно быть. Ух ты! Вон, это вон. Давай, тебе нужно зума поменяться. Да, давайте, давай. Давайте, вот, вот зума. Давай. Вот зума, нажимай теперь на Y. Подойди сюда, не торопись. Вот. Молодец. О, нет! У панели управления не хватает и других деталей. Она сохраняйте сломана. Спокойствие. Прибыл щенячий патруль. Зума, исследуй местность и найди электронные чипы. Угу. Видишь, нам эту панель нужно починить. И чипы, которые отсутствуют, нам нужно найти. Ребята, обязательно. Смотри, три чипа. Видишь, как они выглядят в верхнем правом углу, Егорка? Вон они. Вот так они выглядят. Поэтому давай, плыви. Не забывай заглядывать на дно, потому что они могут быть на дне. Побежали, поплыли. Мы ж наверх нельзя, потому что они у нас на дне лежат. Наверх вообще не плыви, они могут быть только на дне. Плывем дальше.
собираем вкусняшки. Ты что-то произошло. Так, бежим. Ты слышишь, что-то звенит? Да-да, ты приближаешься. Вот первая микросхема. Есть. Чип. Чип. Первый чип мы нашли. Ты что-то там слышишь? Пока ничего не слышал. Так, по течению проплыли. Замечательно. Вроде тут пусто. Бежим. Плывем. Да что ж такое? Плывем. Не всплываем, а плывем, ныряем вниз. Игорька, осторожно. На рыбки не натыкаемся. Видишь, ты рыбок бедных распугал. Что ты слышишь? Пока еще нет. Так, давай дальше. Ого, сейчас, мне кажется, скоро будет еще одна. Еще один чип. Что это? Блин, вот она, вот он, второй чип. Отлично, Егорка, остался последний. Смотри, как погнали. Смотри, мы можем вот так. Воу, классно. Круто, Егорка. Интересно, а где же последний чип? Где он? Я его пока не вижу и даже не слышу. Наверное, еще осталось чуть-чуть до него доплыть. И мы его найдем обязательно. Давай, плывем дальше. Отлично. Ты засыстал? Вот он, я слышу этот звон. Третий, ребята, отлично. Не забывайте, подписывайтесь на канал и ставьте нам лайкосики. Егорка, ты молодец. И мы продолжаем миссию дальше. Да. Так, ну что, подходи теперь к этому пульту управления. Подходи. Роки надо? Надо, роки. Да, поменять роки, чтобы поменять, сделать вот так. И подходи, нажимай на верхнюю кнопочку. Вот так вот. Роки давай, у тебя все получится. Так, Егор, смотри, наводим цель. Нажимай на А. И удерживай. Первый чип установлен, ребята. Егор, давай нижний или верхний? Давай нижний. Удерживай. Так, второй чип установлен. Отлично, ребята, у нас почти работа сделана. Так, попал. Вверх. Нажимай дальше, удерживай. Отлично, третий чип вставили. И теперь, интересно, у нас заработает платформа или нет? Да, ребята, миссия выполнена. Давай пятюню, Егорка. У нас все получилось. Вы такие славные щенки. Отлично. Оказывается, это у нас был разводной мост. И таким образом мост просто опустился, и пробка у нас рассосалась из машин. Отлично, Егорка, миссия выполнена. Здорово, ребятки! Вы на канале Игрозавры Синя с Егором. Мы продолжаем играть в игру «Щенячий патруль». И у нас началась новая миссия. Построил ту человечель из всех пропавших деталей и оборудования. Он использовал ту человечель, чтобы небо всегда было безоблачным. Но машина сломалась. И очень скоро на город приключений обрушится сильная буря. О нет, Егор! Маршал, следи за погодой. Нам понадобится твой топор, чтобы убирать поваленные деревья. Так. Кончик, поручаю тебе расчищать путь для маршала. Отлично. Отряд щенков, дело готов. Да, ребятки, сейчас будем спасать, как всегда, наш город. Щенки, пора расчистить местность. Ветер сильный, будьте осторожны. Ну что, ребята, давайте приступать. У нас здесь в городе, походу, будет полный сейчас беспредел, да, Егорка? И нужно наш город спасти от этого злого мэра, который вечно нам устраивает какие-то гадости. Ну что, Егорка, давай. Мастер! Вот это дерево упало, перекрыло все движение. Егорка, нужно нам срочно его убрать. И маршал нам сейчас поможет в этом. Давайте пробовать. Егор, нажимай. Да, он завис. Давай. Нам нужно разрубить это дерево. Давай, Егор, осталось чуть-чуть. Ого. Еще чуть-чуть. Пол дерева ты прорубил. Осталась последняя половина. Сильнее. Да, Егор, отлично, мы справились. И путь расчищен. Погнали дальше. Что-то у нас немножко гонщик подзавис, прыгал. Смотри, как он прыгает. Как сумасшедший. Да. Так, Егор, наверняка ты что-то хотел сказать нашим подписчикам. Что завис как-то? Да, завис. Егор, ты что-то хотел сказать нашим подписчикам? А он не хочет идти. Что... Да, хочет он идти, все нормально. Так, ребята, опять.
Опять у нас завалы. Я хорошо, я скажу вместо Егора. Ребята, обязательно не забывайте, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики. Нам будет безумно приятно. Ну а мы играем дальше. Нужно спасать наш город. И еще. Вверх-вниз, вверх-вниз, да. Вверх-вниз. Давай еще. Вот так. Есть. Еще. Вверх-вниз. Давай. Еще. Есть. Отлично. Гонщик, что с ним происходит? Он прыгает просто безостановочно. Смотри, что с ним такое, что он прыгает? Это какой-то глюк в игре, скорее всего. Ну, зато очень весело, да, Егор? И играем дальше. Так. Ой. А, он что-то, ты где-то застрял немножко. Ты под зонтиком. Все будет нормально. Так. Да, город у нас полностью в хаосе. Смотрите, везде у нас заборы. Все окружено. Да, Егор? И что делать? Как ты думаешь? Ты смотри на гонщика, он прыгает, как невменяемый какой-то. Это... О, да, давай мы им поиграем, гонщиком, за гонщика. Все нормально. Отлично. Так. Интересно, что он сделает? Так, Егор, а теперь мы это все дело поднимаем. Да. Еще чуть-чуть. Давай. И нажимай А. Погнали. Вот мы поднялись на крышу, ребята, отлично. Там маршал, да, он как-то уже поднялся наверх. Наверное, по ступенькам поднялся, да? Погнали дальше. Времени у нас очень-очень мало. Нужно спасти наш город. Ага, вот следующая переправа. Давай, нажимай также на Y. Сейчас. Отличненько. Мой значок! Да, значок, отлично, Егорка. Давай, наводи на цель. Нажимай на А. Все, ты попал. Отлично. Присосками закрепились. Открепились. И можно идти дальше. Отлично. Первый значок! Отлично. Мы ни одного не пропустили. Давай пятюню, Егор. Ну что, давай, следующая у нас миссия. Что-то сейчас будет. Интересно, что? О, мы спустились. Давай. Прыгаем. Как на батутах. Отлично, Егор. Давай еще. Впереди еще одно целое дерево. То о, нет, ребята. Да у нас тут просто катастрофа какая-то. Забросала улицу деревьями. Машины не могут проехать, пробки. Так, ну и как в прошлый раз. Давай нажимаем, делаем вот так. Давай, я тебе помогу. Да, вверх-вниз. Давай. Есть, сейчас еще осталось чуть-чуть. Так, давай, маршал. Отлично, круто. Путь свободен, и мы можем идти дальше. Да, ребятки. Ну что же, давайте, погнали. Щенки, дальше. Щенки, будьте очень внимательны. О, ты слышал, нам Райдер сказал, нужно быть очень внимательными, потому что здесь... Я за тобой нашел. Да, я вижу, классно, молодец, Егорка, супер. Так, и мы бежим через дорогу. Собираем вкусняшки. Ням-ням-ням-ням-ням. Отлично. Ням-ням-ням-пер. Тихо. Играем дальше. Так, смотрите, у нас маршал! Здесь... Маршал! Давай, маршал. Это его машина или нет? Я не знаю. Да, это его машина. Похоже на него. Да, ребята, смотрите. А у нас здесь дорога чистая, и мы можем ехать дальше по дороге. Супер. А здесь пробок нету. Это очень хорошо. Егорка, наезжай на ускорение, и твой маршал будет на машине ехать намного-намного быстрее. Главное нам... Вот турбина есть! Да, я вижу, ты ускорение пропускаешь, Егорка! Я, скорее всего, подозреваю, что все миссии, которые мы здесь проходили в этой серии игр «Щенячьи патруля», все проблемы, которые были из-за этого мэра, который вечно нам устраивал какие-то козни, да, Егорка? Да. И мы должны обязательно его схватить. Ну что, финиш! Да, Егорка, давай пятюню! Отлично, ребятки, мы справились. И сейчас мы окажемся в каком-то новом месте. Егор, теперь у нас пожар, нужно наводить лапу на пожар и нажимай на А. Давай, это водомет! Отлично, осталось два потушить пожара. Еще бы чуть-чуть и дом бы сгорел. Наводи на следующий, мы справились. Ты немножко не попал. Вот, да-да-да, вот так, отличненько. Круто, ребята.
Мы справились? Егор, а ты прям супер пожарник! Круто! Да, теперь мы побежали дальше Но по городу. Будьте очень осторожны! Вы приближаетесь к центру бури! Это мэр! И мы приближаемся к центру бури! Это все мэр организовал! Что случилось? Да-да, это у нас индикатор того, что... Значок, прыгай! Давай отсюда! Синий значок! Да, ребята, ставьте лайкостики, не забывайте подписываться на канал, а мы собрали все три значка. Это просто мега крутяк. Егор, ты молодец, ты самостоятельно нашел три значка. Ты просто супер молодец. А мы продолжаем играть дальше, и мы приближаемся к центру бури. Интересно, что там будет происходить? Егор, ты молодец, ты очень быстро проходишь все вот эти препятствия. Время мы зря не теряем. Просто отлично. Отличный геймплей, Егор, молодец. Так. Бровка! Кто? Бровка! Бровка? Да. Бордюр, все правильно. Молодец. Так, теперь смотри. Нажимай на Y, Егор. Вот так вот. Теперь нам нужно перебраться через вот эти заграждения. Ребята, давай, Егор, попадай. Сейчас мы закрепимся за стол. Перебрались, ребятки, круто. Егор, отличненько, отличная работа. Погнали дальше. Маршал уже нас здесь ждет. Наверное, да. Нужно сюда. Смотри, Маршал софист. Он то ли танцует, то ли что с ним происходит. Я не знаю. Смотри, что-то. О, крепыш появился. Мы всей командой работаем. Ребята, вот это классный уровень. Нужно бурить. Давай, ты умеешь бурить, я знаю. Отлично. Круто. И последняя. Ну что же, у нас путь расчищен, и мы можем играть дальше, ребята. Погнали. За кого ты будешь дальше играть? Ага, нам нужен маршал. Снова маршал, маршал. Меняйся с маршалом. Я не могу. Почему? Давай я попробую. И давай я тебе помогу. Наверняка сейчас будет сложно. Так. Давай вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Вот-вот-вот, отлично. И сейчас еще разочек. Давай-давай, вверх-вниз, вверх-вниз. Еще-еще, не останавливайся. Да, ребята, нам удалось прорубить это дерево. И мы бежим дальше. Путь свободен. Смотрите, там еще какие-то у нас камни. Наверное, сейчас будет работать снова крепыш. Меняйся с крепышом. Да, ребята. Давай, приступаем к этой работе. Так, давай. Еще, 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 Егор, давай, давай, давай. Замечательно, последняя. Да, ребятки, удалось, и мы и бежим дальше, путь расчищен. Ребята, мы куда-то прибежали. О, маршал, маршал приехал. Пожарные пузыри. Опять пожар? Да что ж такое? Это музей. Это, скорее всего, то ли музей, то ли это здание мэра. Да? Дом управления. Ты затушил. Молодец. Попадай прямо в окно с пожаром. Есть. Отлично, Егор. Отличная работа. Отлично. Это же новый щенок. Егор, а как этого нового щенка в команде зовут? Либерти. Да, Либерти у нас... Он она... нюх идет. Да, нюх. Она схватила нюх, взяла нюх. И сейчас она нас приведет, наверное, к мэру. Давайте же, давайте бежать по стрелочке. Куда нас приведет Либерти? О нет, ребята. Рокки! Давай, Рокки, Рокки сейчас, наверное, починит дверь. Подходи. Давай, Рокки. Отлично. Рокки, почини сейчас дверь, скорее всего. Мы уже знаем, как это делать. Давай, Егор, ты уже неоднократно чинил такие вещи. Давай. Половина сделана, осталось чуть-чуть. Давай, Егор, у тебя получится. Ремонт слишком тяжело идет. Была сломана сильно дверь. И осталась последняя вверху. Давай, осталось совсем чуть-чуть. Давай, 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 давай. Еще, еще, еще. Еще, еще, буквально чуть-чуть. Да, ребята. Молодец, Рокки, у тебя все получилось. Ребята, мы освободили людей, которые выбежали из дома полуразрушенного. Вот смотри, это да. Все. Так, дальше у нас, смотри, нужно идти по этому, смотри, видишь, по этой ленточке, я так понимаю, это обоняние.
Он взял нюх. Взял нюх, да? Отлично. Вот следы. Следы мэра, да, я вижу, который напакостил. Он здесь проходил. Мы уже близко, ребята. Вон еще. Вон еще следы мэра. Да что ж такое? Он столько много гадостей наделал. Наверняка его, еще наверное... Еще следы. Я вижу. Егор, что мы сделаем с ним, когда мы его словим? Посадим в тюрьму. Он на это заслужил, да, ребята? Сколько он пакостей наделал в городе. Мы только успеваем за ним, скажем так, все убирать и чинить. Вот следы еще, Егор. О, неужели он спрятался в мусорке? Давайте же посмотрим. Так, что же будет дальше? Смотрите, там мэр Хамдингер. Щенки, нам нужно выполнить задание. Отряд щенков к делу готов. Вот он, проказник, ребята. Злой мэр. А он что-то спрятал, смотрите, что-то он задумал. Отлично, ребята! Неужели миссия пройдена? Ребята, мы прошли эту игру! Да, ребята, мы прошли игру «Щенячий патруль», и нам удалось схватить этого злого мэра, который вечно нам делал какие-то гадости. Мы с его расправились, давай, Егор, пятюню! Отлично! Ну а вам мы напоминаем, ставьте лайкосики, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!